Выдержит ли Россия гонку вооружений? По планам, которые говорит правительство, президентский аппарат, то, что сейчас правительство настроено как раз-таки на то, чтобы увеличить поступление, в том числе через где-то фискальную политику, например. Возможно, это скажется на население где-то, но тем не менее, при действующих, если планы будут реализованы, в таком случае должна выдержать, я считаю, что выдержит экономика, и, соответственно, все отчисления пойдут по нужным. По-любому выдержит, мы все выдерживали всегда. Но как скажется это на людях, не могу сказать. Сейчас Путин старается защитить Россию с помощью вот этого всего вооружения. И поэтому скажется на людях, и люди будут больше недовольны. Сейчас много протестов идет в Ютубе, что все против Путина. Я не знаю, на самом деле все будет плохо. Но все уезжают сейчас. Никаких перспектив нет. Я думаю, что наш бюджет разворуют окончательно. 2% не может соревноваться с 60%. 2% мирового ВВП, которое составляет Россия, не может выиграть гонку вооружений с 60%, которые составляют НАТО. Это просто глупо. Я думаю, сейчас настоящий момент не выдержит, потому что люди уже до такой степени доведены, уже практически до нищеты. Настолько сейчас разброс идет, и очень богатые люди, очень бедные. Обязательно. Мы и так впереди идем на 10 лет. Поэтому я думаю, что мы выдержим. Когда говорят, что будут брать средние, например, зарплаты, я всегда думаю, что возьмут, наверное, Чубайса и меня, и выведут средние. Так будет с гонкой вооружений. С нас все равно будут брать. Хотя на самом деле очень хорошо, что столько денег отдается на оборону, и мы четко видим, что мы защищены. Я думаю, российская экономика все выдержит. Я вас уверяю.